What do you think you should eat? Многие сегодня, 23 сентября 2017 года, в парке Шевченко собралась огромная толпа трудящегося народа, который отдыхать пришел со своими детьми. Потому что здесь научные пикники, где научные сотрудники и студенты различных университетов Киева показывают разные разности из науки. А вот институт зоологии, который я представляю, здесь показывает вот разных насекомых, которые покрупнее. Поэтому я занимаюсь маленькими насекомыми. Насекомые все маленькие. Но некоторые из них, так сказать, не маленькие. Поэтому, чтобы их показать, лучше посмотреть больших. Большие я занимаюсь перепончатыми крылами насекомыми. Это наездники, пчелы, осы, шмели, пеличики. И вот здесь мы видим, здесь есть пчелы, осы, шмели, вот осы. И здесь есть жуки. Вот смотрите, вот это есть. Вот эти вот кушают пчел, вот это называется оса-вол. А вот это называется оса-шершень, она может тоже съесть пчелу. Почему? Потому что оса хищная, оса не ест просто нектар. Оса нападает на другое насекомое, хватает его, отрывает лапки, делает из него котлету, и котлету несет своим личинкам, вот таким червякам, которые сидят внутри гнезда. Это личинка жука. Жука чернотелки. Чернотелки. А вот личинки вот этих вот шершней, они живут в круглом гнезде где-нибудь на чердаке. И вот мясом кормят личинок. А пчелы кормят своих личинок или детей, которые сидят вот в этих вот маленьких сотах, в этих ячеечках. Они кормят пыльцой, смешанным с нектаром, сладкой едой. А вот там как раз остался медок, остался нектар и осталась пыльца. Пыльцу можно купить на базаре у пчеловодов. А вот еще можно на базаре купить вот такое удивительное пчелиное молочко. Никто не знает, что такое за пчелиное молочко. Молочко вот в такой вот специальной в таком вот желуде находится. Потому что молочком кормят пчелиную матку, личинку, вот, которая такая сидит внутри, выкармливается молочком, которое белое, как сметана, сладкая, такая кисленькая сметана. И вырастает большая матка, пчелиная королева. Она нужна, потому что дает новую семью пчелиную. А пчелки маленькие вырастают вот в таких маленьких ячеечках. У них еда более скромненькая, только пчелиный хлеб. А тут называется королевское желе, пчелиное молочко. Тут такая пыльца и перма. И у пчелки поэтому живут всего лишь месяц, 6 месяцев. А пчелиная матка королева живет 2 года, 3 года, 6 лет, 8 лет, самая старенькая. И она одна всего лишь в колонии. А когда она становится старенькой, она откладывает яйца, и пчелы выводят новых молодых маток вот в таких маленьких желудях, которых обычно вы никогда не видели, потому что они внутри улья находятся. А еще вы никогда не видели трутней, потому что трутни – это пчелиные папы. Трутни не кусаются, и они сидят тоже в пчелином гнезде, где-нибудь вот здесь на соте. На таком соте сидят трутни и едят мед. Едят мед, а потом в конце осени, сейчас вот в сентябре, пчелы их выгоняют, потому что они уже становятся им не нужны. Однако папы очень нужны, потому что они летом дружат с мамой и летают роиться. Они роятся в начале лета, в мае, в июне. И дают новое поколение, прилетают новые молодые пчелиные королевы. Да, и трутни нужны, самое главное. Без трутней никуда, потому что новые пчелиные семья не образуются без трутней. Они переносят генетический материал. А вот если умерла матка, пчелы могут кое-как пожить. Они начнут откладывать яйца рабочие пчелы. Но из этих яиц такая появляется трутовка матка. Рождаются только неплодотворенных яиц личинки, которые станут только трутнями. И поэтому в семье появляются одни трутни, и
сім'я потихоньку вмирає. А все за внизу, це найбільше. А от внизу у нас великі такі оси. Оси, які живуть у нас і около Видовицького монастиря Видовича, в саду живуть на Дарниці, Голосеєво, Феофані, это оси свої. І личинка живе на вот этой личинке Жукана Сорвого, которую вы можете чаще всего увидеть. А у нас в городе часто бывают пеньки, старые деревья, они гниют, и это место, где живут жуки-носороги. В деревне, в селе под Киевом, жуки-носороги живут в компостной яме. Они навозом питаются, или компостом, листьями. А в городе они питаются корешками гниющих деревьев под пеньками. И на них охотятся вот эти вот большие, огромные осы, которые не опасны, потому что они одиночные. Они спокойно от вас удирают, они стараются спрятаться от вас, они вас боятся, потому что они должны залезть под землю и найти эту жука-носорога личинку где-то под землей, спрятанную. А если вы на них не подходите, с обычным удирают. Более любопытные осы вот эти вот шершни, которые на запад прилетают. А вот эти вот огромные внизу школы никогда не прилетают на запад. Они его не любят. А на сахар, на компот, на варенье могут чешни прилететь или другие маленькие осы. Вот они опасны, потому что вы случайно можете прижать, придавить, они залезут куда-нибудь под рубашку и у вас жалят несколько раз. Пчелы и осы опасны, они жалятся, потому что у них есть жало, а когда пчела или оса ужалила, выскакивает пуля, выскакивает шишка, выскакивает больное место, которое нужно протирать спиртом, водой, наступить лекарство, чтобы шишки не было. Поэтому лучше за осами пчелами наблюдать издалека и руками их не хватать, потому что они немножко опасные. А образцов прилетает обычно до датчего и она любит подлетать к цветам и кушать пусть цветов. Она такая вот цветоед, портит иногда цветы, яблони, например, весной. Поэтому она немножко так вот может и вредить. Но она красивая, тоже питается корешками, корешками растений, корешками разных деревьев. Она очень такая красивенькая, приятненькая. Ноги. Насекомые это имеют кислотническое значение. Вот можете посмотреть их. А почему она синяя? Плотик, ну для красоты. Она тоже предупреждает, не трогай меня. Когда насекомое яркое и такое более привлекательное, она обычно говорит, не трогай меня, я ужалюсь. Диазолин надо пить, и синюшные лекарства, по которым опухоль спадает. Вот такой вот маленький рассказ сегодня про пчел, про ос, про жуков и про насекомых, которые полезны, которых лучше охранять, не давить, не уничтожать, а просто на них полюбоваться, как они живут и летают. И не забывайте подписываться на наш канал, который сегодня показывает кино из парка Шевченко. Пока-пока, ставьте лайки.